Всем привет, вы на канале Crypto Commons, это экстренный обзор рынка. Ребята, что это только что было? BitDAO, неофициальная биржевая монета Bybit, обрушилась за 15 минут на 17%. За одну вот эту свечку. И, конечно же, стрёмно было. Я, честно говоря, признаться, офигел чутка, когда вот это увидел. И сразу начал наблюдать за остальным рынком, но понял, что там все более-менее стабильно. Вон, Ripple тот же самый вообще наверх прет. Ничто его не может остановить. Посмотрите, все еще удерживает параболическое закругление. Правда, конечно, вы можете сказать, что сейчас рисуют типа двойную вершину, и это пойдет вниз или на более глубокую коррекцию. Может быть и такое. Но, тем не менее, Ripple держится хорошо. Но что касательно BitDAO, я сразу побежал смотреть его market cap, рыночную капитализацию. Потому что я думал, что, возможно, это вбросы разлоки инвесторов, соответственно, вброс market cap, как это было вот здесь, вот кто помнит, резко увеличилась капитализация, но при этом пошел дамп. Сейчас же мы этого не видим. То есть рыночная капитализация примерно так же двигается, как и цена. Просто, походу, кто-то решил всандалить по рынку и ликвиднул по пути всех, кто взял тут с пятым плечом. Поэтому, ребят, это еще раз нам говорит о том, что нужно быть крайне осторожным на этом рынке, на этом высоковолатильном, мать его, рынке. Что еще по BitDAO? Я посмотрел, на каких биржах он торгуется сейчас, и был приятно удивлен, что на самом деле его добавили и на FTX, и на Coinbase, и на Huobi, и на Gate, он есть и на Kraken. Так что проект на самом деле ломовой и очень круто развивается. Плюс у них еще есть и, помимо разлоков инвесторов, у них также имеются байбеки. Байбеки, которые обязательно придут и запампят цену обратно. Вот, собственно, все их ключевые партнеры. Это Bybit, Dragonfly, Jump Capital, Pantera Capital, Alameda Research и так далее. Так что я думаю, что нет повода паниковать долгосрочным держателям BitDAO. И посмотрим, как сейчас он, собственно, отыграет. Если он удержит все-таки это падение и вернется к средним значениям, то я думаю, что все будет окей. Что по битку? По битку как раз гораздо более интересная картина. На дневном таймфрейме, как мы с вами видим, у нас образовалась бычья дивергенция. Причем это не обычный график битка. Обычный график битка у нас вот. И здесь бычьей дивергенции нету, поскольку здесь мы ныряли ниже, чем находимся сейчас. Да? То есть все-таки по низам здесь линия будет проводиться вот так. Но если вы посмотрите на график CME, Чикагской товарной биржи, где, как вы знаете, на выходные цена биткоина не торгуется, поэтому здесь как раз мы видим, что сейчас мы спустились уже ниже, чем были вот здесь, вот в июне. И у нас реально получается с вами, смотрите, какая красивая бычья дивергенция вырисовывается. На недельном таймфрейме тоже вот ее прекрасно видно. Все мы с вами знаем, что это бычий знак, бычий индикатор, и RSI у нас так долго не может валяться в полу. Может, конечно, сейчас еще быть какой-то финальный закол, которого все так ждут и боятся, но в целом это все обязательно отстрельнет наверх. Что мы видим по карте ордеров на TRDR.io, что очень плотные у нас заявки по 18900, ну, короче, по 19 тысяч, вот здесь вот, которые встречают, собственно, цену, вот эти вот сквизы, как вы можете видеть, и цена сразу отскакивает. Потом эфирчик, который мы с вами разбирали на предыдущем видео, все еще удерживает зеркальный уровень. Посмотрите, это уровень примерно 1250-1260. Эфир у нас вот здесь тестировал его как сопротивление вместе с сеткой EMA Ribbon. После этого пробил и ушел наверх. Теперь этот импульс завершен, мы сделали коррекцию ABC и сейчас уже тестируем этот уровень как поддержку. И также бьемся в сетку EMA Ribbon, как бились вот здесь, обратите внимание. Раз, два. И после этого пробили. Вот мы снова тестируем ее. Раз, два. Возможно, что сейчас эфир пойдет куда-то вот в эту зону, собственно, куда я его и жду среднесрочно. Это приблизительно 2-2500 за монету. То есть я думаю, что мы обязательно вот этот вот локальный хай в 2000 перепишем. Если так произойдет, вернее, когда так произойдет, я думаю, что и биток по 30 с чем-то тысяч мы увидим в ближайшее время. Поэтому вот у меня какие-то такие ожидания. Тем не менее, сделки, которые я набрал, сейчас находятся в просадке по битку и по эфиру. Единственная сделка в плюсе сейчас это Dash. Это Dash, которому, в принципе, падать-то уже некуда. Мы с вами обсуждали, что Dash лежит на уровне корона-дампа. То есть он лежит там, где биткоин стоил 4000 долларов, а эфир 90. Поэтому я думаю, что по Dash мы увидим хорошее движение. Опять же, Ripple прет, Stellar тоже собирается переть. И Chainlink, ребята, как я уже и говорил, по Chainlink очень серьезные новости прошли, что они партнерятся со Swift. И тоже по Chainlink, короче, я жду хороший отстрел наверх. Ну и по Polkadot. Кстати, Polkadot у меня выходил в плюс. Сейчас я опять практически в безубытке по нему. Если мы на нем отдалимся, то мы понимаем, что он еще даже не начинал расти, ребята. Polkadot валяется на дне. Да, он может, конечно, сходить еще ниже, сквизануть, но в целом с высокой долей вероятности он отсюда развернется и попрет наверх. Куда-нибудь долларов
там на 15-16, вообще как пить дать ему сходить. Вот такие сегодня мысли по рынку. Напишите свои в комментариях. Поставьте лайк обязательно этому быстрому апдейту, если вам заходит такой формат. Ну и Tron. Напоследок Tron, что я вам хочу сказать. Tron тоже пошел. Смотрите, Tron пошел. Вот на часовом таймфрейме мы увидели импульс. И прямо сейчас корректируемся. Локально, куда мы скорректировались по Fibonacci, смотрим. Точно в золотой карман, ребята, 61,8. Если мы сейчас, конечно, это не удержим, то мы увидим 78,6. Уровень это будет примерно 6,2 цента. Но если удержим, то я думаю, что мы отсюда можем продолжить переть наверх по трону. Просто начнем переть по нему дальше наверх. Вот, а так в целом, ребята, не забывайте, пожалуйста, что биткоин находится у нас в зоне распродажи, вот по этому графику. И, ну, как бы глупо реально здесь продавать, когда все вокруг паникуют, когда мы видим то, что в мире сейчас творится, просто полный пиздец. И сейчас все это дело продадут, и мы же с вами знаем, что когда последний хомяк продаст, все это начнет тузамунить. Поэтому не хочется быть этим последним хомяком и продать дешевле, чем купили. Поэтому спокойненько накапливаем на спот, торгуем аккуратно на фьючах с риск-менеджментом, и будут всем профитроли. И еще хочу сделать одно объявление. Ребят, на канале периодически появляется реклама, как и на любом криптоканале. Если вы видите хэштег реклама, просто отнеситесь к этому с пониманием. Если вы хотите поддержать наш канал и наш второй канал, где мы делаем для вас переводы зарубежной аналитики совершенно бесплатно, то можете подписаться на рекламный контент, потом отписаться, если вам не западло. Но, ребята, все, что будет по этим ссылкам в тех каналах, мы за это не отвечаем. Я все понимаю. Мы стараемся делать очень редко рекламу и мало рекламы, но если вдруг там какой-то скам, ребята, мы стараемся проверять этот контент, но мы не можем гарантировать. Они все с виду белые, пушистые криптоканалы, но потом по итогам, если кто-то кого-то начинает скамить, какие-то токены там обещать, там 1000%, ну вы просто голову свою включите и поймите, что бесплатный сыр в мышеловке, ребята. И уж лучше реально покупайте дешево биткоин, пока он ниже 20 тысяч долларов, чем всякое говно, которое на PancakeSwap вы потом не сможете просто никому продать. Все, спасибо за понимание, все ссылки в описании, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. Нас уже с вами практически 94 тысячи подписчиков, поэтому вы все еще можете быть в первой сотне. Давайте пробьем эту цифру и вместе полетим на Луну. Ну а с вами был Гринет, канал CryptoCommerce. Спасибо, что смотрите. И до следующей встречи, пока.